Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Сегодня воскресенье. 8-е, да, сегодня? Нет, сегодня 7 мая. Вот я вчера не снимал и да, уже не мы уже знаю сбились. Дату. И вообще-то уже 5 часов вечера, Армин, а не дня. Да? Да. Ну, прекрасная погода. Был дождь, поэтому мы позже вышли из дому. А сейчас чудесная погода. Не жарко и не холодно. Да ладно, чудесная. Мне нравится такая погода, не знаю. Плаксивое какое-то небо. Глаза на мокром месте. Но зато не жарит. Идет дождь. Зато не жарит. А где это мы? Да, мы около дома камерной музыки имени Комитаса. А там... На улице Исаакяна. Да, улица Исаакяна. А ты опять эту надстройку снимаешь бесконечно? Да нет, я просто здание снимал, но я же не виноват. А она попалась в кадр, да? Что надстройка. Посмотрите, какая красота в природе. И это типа что-то такого старого, да, крепостная, как будто стена, арка. Подожди, в сторону спины покажу я. А вот эта часть, этот уголок, он какой-то обособленный как будто от мира, правильно, Армин? Да, он ниже улицы, вот стена. И от этого... Это чувство обособленности, да? Ну да. Ну и тишина такая здесь. Ну, сегодня воскресенье, студентов нет. Да, Исаакин. И машин мало относительно. А птички как чирикают, слышно? Радуются после дождя. А это значит, дождя не будет, если чирикают? Или... Вообще-то я не знаю. Или это ничего не значит? Не знаю. Просто мне кажется, всем радостно, когда дождь кончился, а ты уже не мокнешь. А ты без зонта и не мокнешь. Это я, но зонт в машине, ладно. Я про птичек. Но это водоем. И, наверное, тут, конечно, есть вот этот фонтан, он действует летом. А да, вот это наверняка. Сам дом камерной музыки имени Комитаса. В свое время это здание произвело революцию в области архитектуры, да? Прямо в Ереване. Ну, я имею в виду Ереван, конечно. Местного значения. Да. Красивый. И зал внутри соответствует названию самого зала. Камерный он какой-то. В нем очень хорошая акустика. И крыша там протекает, ну, вот эта крыша, очевидно. Крыша портит, конечно, вид. Жесть какую-то поставили. Да. И приблизительно и вот здесь такие. Приблизительно, да, вот репертуар. Рубен Козин. Вот 7-го. А, сегодня есть концерт. Посмотри, 7 мая. Да, Козин. Пианист Рубен Козин. Дальше Рубен Афвердян. Это Касса. Касса билетная. А может, купим на сегодня Козин? А мы не успеем, у нас же еще а, правильно, не успеем. Много чего. И вот здесь продают книги. Раньше их в подземном переходе продавали, там, где сейчас метроном, этот центр торговый. А их сюда перевели. Ну ничего, под крышей не так, по-моему, да, дискомфортно. Любую этих книгу тут кафе... можно найти. Как ты думаешь? Что? Эти кафе не слишком много? Да, но я же говорила, их, они прям как грибы развелись. Сада не осталось. Сада нету. Помнишь эти изогнутые скамейки на этой аллее? Да, это хороший сад был. Хороший был очень сад. Акация. Акация, но пока нет запаха. Странно, да? Нету никакого аромата. Может, дождь смыл? По-моему, она все-таки в конце мая очень сильно благоухает. Хотя считается, после дождя запах усиливается, обостряется. Даже, да. Давай ближе подойдем.
Может, кому? Какаци? Да, какаци. Я внушением какой-то запах почувствовал, но она это говорит нет. Да, странно как-то. А вон там еще левее этот платан, который никак не расцвел, тоже. Где? Не ожил. Вон, посмотри. Ты думаешь, это платан? А что это за дерево? Не знаю, листья какие-то маленькие. Осеннее дерево. Ну, пойдем, выйдем вот в сторону улицы Исаакян. Да. Вот мы вышли на улицу Исаакян и пойдем вдоль этой улицы. А тут вот правее, посмотри, ряд парфюмерных магазинов. Да. Париж, Европа и Медея. И напротив есть, посмотри, магазин тоже парфюмерный. Мне всегда интересно, это спонтанно получилось или... Да, вот как-то мирок такой, нет, парфюмерный городок. Да, парфюмерный уголок. Уголок, скорее, да. И там улица Абувян. А по Абувян наверх это магазины этого, тканей. Тоже вот подряд 5-6. Помнишь, да, в прошлый раз мы снимали? Такие места есть в городе. И ресторан. Верона. Название хорошее, но сам ресторан прямо уже чуть ли не до мостовой дошел. Да, действительно, все улицы захватили. Я зайду. Давай, конечно, завела опять. Будем ждать. И САС магазин на углу Абувян и Исаакян. Странно, виноградник срублен. И судя по срубу, давно. А тут зеленые веточки, листья. И наверху тоже. Да. Ветер начался.